Луганской области в результате выстрела из гранатомета украинского военного погиб 10-месячный ребенок. Обстрел произошел в городе Антрацит около детской площадки в 20:00 24 июня. Уже больше 40 детей погибли в ходе конфликта на востоке Украины. Народное ополчение «Славянска» подвергло обстрелу группировку украинской армии в районе Кривой Луки. В результате обстрела уничтожен склад боеприпасов на одной из занимаемых украинской армией высот. Находящаяся в базовом районе для наступления и поэтому неокупанная пехота и техника противника понесла большие потери, сообщают представители ополчения. В районе Рубежного и Красного Лимана сегодня замечены активные передвижения техники украинской армии. По словам очевидцев, в сторону Рубежного прошла колонна из 30 единиц техники, танки, бронетранспортеры, грузовые машины с военными. А в сторону Красного Лимана 3 единицы крупногабаритной бронетехники, предположительно установки «Град». В бюджет Ростовской области направлена финансовая помощь на организацию и содержание пунктов временного проживания и питания эвакуированных граждан, прибывающих в пограничные районы области, в размере до 240 миллионов рублей. Всего развернуто 211 ПВР, в которых размещены более 14,2 тысяч человек, что на 965 человек больше, чем днем ранее. Среди них почти 6,5 тысяч детей. Дополнительно развернуто 6 мобильных пунктов временного размещения вместимостью 3 тысячи человек, сообщил официальный представитель МЧС Александр Дробышевский.